Дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на Твинке, и кто был на стриме, те в курсе, что после стрима я пошел записывать видео, где я открываю вот этот сундук короля. Я его принципиально на стриме не стал открывать, дабы сохранить интригу, сделать это на запись видео, потому что у меня есть предположение, что сегодня я выбью первую легендарную карту. Будет, конечно, немного обидно, если она не выпадет. В принципе, мне легендарка и не нужна-то, по сути, у меня в колоде нету легендарных карт, в будущей колоде, которую я хочу сделать. Но я бы покатал бы, это все равно фаново, это прикольно, когда выбиваешь новую, первую легу. Это очень классно, я не знаю, как вы, ребята, я от этого аккаунта очень кайфую, мне очень нравится проходить арены, мне очень нравится вот эти открывать сундуки, там прокачивать карты по чуть-чуть, это так по кайфу, потому что на таких кубках, так раз, на уже на один уровень прокачал голема, там еще что-то, это очень решает, это очень тащит, это очень, еще раз, очень по кайфу. Вот, что у меня в колоде? Значит, я уже собрал 4 карты, которые в будущей моей деке есть. Это Зап, это Дракон, это Голем и это Пойзен. Осталось Валькирию Мега Миньона, они у меня уже есть, но их надо прокачать. Пушку и Торнадо. И, в принципе, я уже готов буду вливать, донатить. Короче, если тебе интересно развитие этого аккаунта, прямо сейчас подпишись на канал, если на канале впервые, и прожми лайк. Я буду тебе очень благодарен. Кстати, видео записываю ночью, а вы, скорее всего, посмотрите утром. Итак... 5 баксов, недорого, в принципе, и очень рассчитываю на первую легендарную карту. Понеслась! Жалко, конечно, что я не мог это днем сделать, потому что закончится эта акция через 2 часа, поэтому приходится записывать ночью. Фух, ну давайте, поехали. Так, хижина, шар, скелеты, так, надгробие. Так, на этом моменте я сделаю скриншот. Блин, да что-то мало эпика выпало. Ой, блин, ну, вау, ну, блин, охотников, конечно, очень много. Слушайте, леги не выпало, но выпало очень много полезных таких карт, как шарик, к примеру, там, охотник. Слушайте, я предлагаю охотника апнуть, хоть он у меня не будет в деке, или не апать его, не знаю. Просто, ну, его у меня в колоде не будет, ну, камон, он настолько мощный. Ну, давайте, ладно, 4000 золота потрачу. А, я, в принципе, и не могу его на 5 уровень прокачать. Это слишком читерно на данный момент, иметь 4 эпики на 5 арене. Но, я не знаю, так произошло, так случилось, я не виноват, ребят. Ну что, поехали посмотрим, на что этот, собственно, охотник 4 уровня способен. Ну, я-то знаю, на что он способен, но соперники мои ожидать точно не будут. Так, 6 рарки уже пошли? Я думал, тут 5 пока еще, ну ладно. Видимо, я уже в какой-то другой вселенной, потому что... Я уже не могу предугадать прокачку соперников на определенной арене. Так, ладно. Я бы хотел увидеть гиганта сейчас и выпустить охотника. Так, если просто в соло миньоны, то мы просто используем разряд. Так, собственно, все. Дальше мы, наверное, поставим голема. Хотя, конечно, было лучше подождать какую-то карту его. Но я рискну. Я рискну, потому что я такой самоуверенный себе человек. Ставим голема. Вот что-то я... ладно. Вот сейчас смотрите, что он сделает с шариком. Просто ставим его впритык. Пау. Почти ваншот. Я, кстати, думал, побольше снесет он. Он зафризил, короче, чисто охотника. Потому что подумал, что... Да ну, он мог и вышку зафризить. Странно. Так, здесь подрывник. Ой-ой-ой, как же он вальку выпустил-то некрасиво для него, потому что, ну, вы видели, да, что охотник с ней сделал просто... Это просто, блин, 18+ было. Ну, он реально ее уничтожил. Так. Я не знаю, армия скелетов есть или нету. Вообще она у всех есть, но у меня есть разряд, если что, на армию скелетов. Удивительно, что он пропустил принца. Очень удивительно. Блин, я вот реально хочу против гиганта выйти с охотником. Вот правда, гигант, голем, хок не так интересно. А вот против гиганта прям вообще. Я его просто порву. Так, мне сейчас 100% ставить голема. Ну как, можно было бы, конечно, слить еще любую другую карту. Просто надо прокрутить цикл. Все, мне хватает элика. Ставим, ну он может зафризить и вышку, и разбойника. Так. Но он не успеет. Эй, хорош. Так, минус маг. Нет, нет, не минус маг. Так, валька. Валька это плохо. Голем, скорее всего, сдохнет сейчас. Но мы запускаем вот отсюда принца и ломаем ему вышку, да? Ломаем же? Да, ломаем. Бомбер, бомбер, стой. Блин, бомбер тоже опасный челик на этих кубках. Очень топовый.
прокачивать, если вы играете на этих трофеях. Валькирия, бомбер, тут прикольный фриз. И накрываем это все дело ядом. Кстати, яд хочу еще немножко прокачать. Ну, пока у меня прокачка нормальная. В принципе, на таких кубках мне вообще она, по сути, не нужна. Тут реально я должен вывозить за счет того, что на опыте хотя бы. Потому что, ну, тут реально слабые соперники. Кстати, скоро 6-я арена. С этой арены я выбью пушку. И вот с этого момента просто начнется адская валилова. Ну, реально, просто подпишитесь на канал, если хотите, чтобы следующий видос был... 6-й арены, и поставьте лайк. Соберет этот ролик 5000 лайков. Для вас это изи, вас смотрит намного больше. 5к лайков, я сразу же пилю новый видос. Поехали. Еще одну-две каточки, и в принципе я буду завершать этот ролик. Так, блин, жалко, конечно, что Легу не выбили. Надеюсь, 6-й арены, там будет новая спецуха. Надеюсь, оттуда я вытащу. Удачи, Адриан, спасибо. Спасибо. Но я ему поугрожаю немножко, типа повыделываюсь. У меня есть всякие эмодзи новые. Да не плачь, все будет хорошо. Лови поцелуй. Так, отлично. Принц. Так, чем бы принца убить? Так, все. Тут уже без сомнений. Сомнений никаких нет. Так. Охотник. Он бьет по двум целям? Или по одной? Я вот не могу понять. Все время забываю. Так, давайте здесь подрывник. Готовим. Мой бомбер, он куда исчез? Его принц убрал? Так. Я немножко могу выглядеть уставшим, у меня, ребята, очень болит голова. Ну, кто был на стриме, те видели мое состояние. Не знаю, какой-то сложный у меня денек выдался. Но вы смотрите, наверное, уже во вторник. Да, я сейчас снимаю во вторник, но у меня сейчас ночь. Вы будете смотреть днем, поэтому днем я буду уже полон сил, поэтому 6-ю арену буду апать бодрячком. А сейчас, правда, мне на самом деле тяжело записывать ролик, но... Я его не мог перенести на утро, потому что спецуха бы исчезла. А я реально хотел вытащить Легу. Если бы я знал, что Леги не будет, может быть, и не донатил. Хотя, не знаю. Хотя 4000 золота как-никак, там какие-никакие эпики выпали. $5, ну, не так уж и дорого, в принципе, ничего страшного. Да и в любом случае, открывая любые сундуки, ты... увеличиваешь шанс выпадения легендарки. То есть, реально, чем больше ты открываешь сундуков, тем больше у тебя шанс, что скоро выпадет Лего. Поэтому, я думаю, что неплохо, что я открыл эти... Ух ты, ёпти. Ну, я отдаю ему... Точнее, не буду дефать Хога больше. 135 хп. Как считаете, на 3 короны? Да я пойду на 3 короны, потому что... Потому что я с Глемом играю. С Глемом на 3 короны легко. Дальше мы запускаем Принца. А дальше мы, ну, бомбера, наверное, да. Бомбер. Так, тут просто царский у нас будет poison. Так, хорошо. Дальше у нас пойдет дракон. Отлично. У нас уже есть второй голем. Запускаем здесь армию скелета. Он только что слил зап, правда, под дракона. Это было не сильно правильно, но... А, у него еще стрелы есть. Да живи, живи, принц. Ох, тычка, отлично. Так, подрывник. Нет, трешку он мне не отдаст. Чувствую, парень, короче. А нет, смотрите. Все. Накрываем ядом. Давай, 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 давай. 3 короны. Прикольно, шикарно, отлично. Ну что, последнюю каточку, завершающую. Плюс 33 кубка. И сколько нам остается? Сколько нам остается? А нам остается 3 игры. 3 игры. И не, я тогда оставлю это на следующий материал для следующего ролика. Да. В общем, то как-то так. Ребят, я честно, я не могу вам передать те чувства, которые я испытываю, но мне очень нравится играть на новых аккаунтах. Не могу понять, почему. Хотя, не, понимаю, но... Блин, вроде уже не первый аккаунт, да, с нуля. Но все равно, вот, как будто я не играл раньше в игру, и вот сейчас опять ее прохожу. Это круто. Самое интересное начнется, конечно, за 3000+. Там самое интересное и самое будет такое... В то же время не напряженная. То есть я буду и... Буду получать как и кайф, так и ненависть. Помните, такой видос у меня был? Вот. Это именно про 3000 и 4000. Вот это будет самая сложная дорога. Но мы ее, конечно, с вами преодолеем. Обязательно подписывайтесь. Спасибо вам всем за просмотр. Следите за новыми роликами.
не пропускайте, если вам не приходит уведомление, просто чекните канал. Ну, вдруг не видите часто у меня стримов, да, уже, да, не часто, а давно не видели стримов, роликов. Мне многие пишут, типа, Хулди, когда новый видос? Я уже 2 видео выпустил. Вы проверяйте мой канал, потому что вам просто, банально, могут не прийти уведомления. На этом буду прощаться. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Жду вас на стримах. И еще не забудьте посмотреть сегодня видосик. До скорых встреч, друзья. Всем пока.